Перевоплощаясь на экране в очередного героя, Юрий Батурин играет в первую очередь для матери. Главный критик для него – жена, роль мечта – Макбет. Но о личности такого масштаба, говорит актер, режиссеры боятся сниматься. Классика – это вообще способ понять, настоящий ли артист или медийная мордашка. Я еще люблю ставить перед собой задачи и решать их. Я хочу попробовать изменить жизнь миллионов, озвучил однажды Батурин свои амбиции. Родился Юрий Батурин летом 1972 года в Кировоградской области Украины в селе Ставидло. Предки по отцу коренные украинцы, а родственники матери прибыли в Полтавскую область с Урала. Есть в роду у артиста и другие национальности. Что касается его личной жизни, актер познакомился с женой Ириной в ресторане, где работал барменом. Это была любовь с первого взгляда. Ирина Батурина работала моделью на момент знакомства с будущим мужем, но впоследствии оставила данную профессию. Знакомство началось с инцидента. Девушка пролила сок на дорогостоящее покрытие бильярдного стола. Она хотела заплатить за ущерб и оставила свою визитку, но Юрий взял вину за порчу стола на себя. А по номеру на визитке позвонил девушке, чтобы пригласить на свидание. Первая романтическая встреча Юрия и Ирины прошла в Музее изобразительных искусств Пушкина. Батурин покорил спутницу эрудицией. После третьего свидания актер пришел домой к своей избраннице, чтобы попросить руку у ее родителей. Как признается Юрий, Ирина сумела стать для него и сестрой, и подругой, и матерью, и любовницей. Жена поддерживала Батурина в моменты безденежья и невостребованности. Супругу пришлось работать дальнобойщиком, а затем и вовсе бросить работу. Тогда Ирина, которая на тот момент была уже не моделью, а директором элитного модного дома, обеспечивала семью. Сейчас супруги живут в Москве и воспитывают сына Богдана, который родился в 2013 году. О детях Батурина мечтали долго. Забеременеть Ирине удалось не сразу, поэтому ребенок и получил такое имя Богом данное. Как позднее признавался в интервью сам Батурин с женой, он неоднократно находился на грани развода, но первые 10 лет отношения складывались идеально. Супруги выглядели так, словно вновь и вновь переживают медовый месяц. Позднее конфликтом стали приводить ситуации, когда Ирина пыталась изменить Юрия, но ему это не нравилось. Несмотря на возникающие иногда недоразумения, артист уверен, что лучше жены ему явно не найти.